масло попеки еще. Двигатель работает хорошо. 2,3 литра, 190 лошадиных сил на бензине. Двигатель чистый, сухой, действительно. Номер телефона. Вот. Сейчас осматривает автомобиль, немножко запотела фара. Где-то закрыт доступ, чтобы на вид тоже хорошо. Вот видите. Уже проедете сюда, это не проблема. Место под запаску. Вот так выглядит BMW приблизительно на механике. Круизы, климат, навигация, все полностью. Вот видите. Ксенон, фара, туман, вон куш, свет. Руль уже перешит наново. Включили ксенон. По кузову надо все смотреть, надо смотреть на, проверять. 11,5 хотят. Вот видите, кожаный салон. Вот с такой тканью. Сзади места достаточно, вот видите. Вот. Что сказать, BMW надо смотреть в ходу. Вот парень не зря предлагает поехать посмотреть. Вот. Очень удобно, сзади много места. Так вот как-то оно все смотрится. Закрываются двери. По кузову нету никаких царапин. Есть некоторые, конечно, но для этого года уже они должны восприниматься нормально. Видите, как у всех машин зацарапано. Вот. У нас где-то машина. Вот такое вот состояние. Вот так вот, если хотите BMW, звоните по номеру. Коробочка, выжимные, все плавно переключаем. Все работает, говорят. Двигатель сзади. Посмотрим, что у нас. Тут ничего такого. Очень хочет продать автомобиль, походу. Красиво все говорит. Немножко лишнего, конечно. Так что вот такой автомобиль. Мало верится, что 178 тысяч и так вытерлись на BMW кнопки все. Также по этим кнопкам. Вот сиденье сколько раз уже затерлось. Вот, говорят, не перешитый салон. Не знаю. Так что вот такой автомобиль. Двигатель работает хорошо, четко. Педали уже походу поменены. Вот этот педаль поменены.
Вот вам и БМВ, купа проводов и купа всего. Накладки. А приемный у нас хорошо. Вот так вот. Лишь с разводом 10-11 литров в город. Я заправляюсь на 200 гривен, не хватает 90-90. Так что вот такой вот автомобиль. Если интересно, звоните напрямую владельцу. Все вам расскажут, все покажут.